такой важный объект, в общем-то, может быть, не очень большой, но очень важный для города-героя Тулы. Потому что действительно мост, который позволяет жителям перемещаться комфортно на объездную трассу и, соответственно, въезжать в город. И действительно, вот эти 8 месяцев, которые мы проработали, и пока мост был на реконструкции, для нас были такими очень важными, с одной стороны, а с другой стороны, мы всегда ждали, когда уже мост откроется. И я хотел поблагодарить наших строителей, наше управление по обслуживанию трассы М2, федеральное управление, потому что действительно молодцы, они вместо проектного срока почти 2 года вложились в 8-месячный срок, и действительно очень важно, что мы успели, в общем-то, до наступления зимы этот мост ввести в эксплуатацию, потому что, ну, зима есть зима, что там говорить. Поэтому низкий поклон, спасибо большое. Вообще хотел сказать, что у нас очень активно и продуктивно складываются взаимоотношения. Мы сами видели трассу М2 по пути в Москву. На сегодняшний день она практически полностью приведена в нормативное состояние. То есть у нас установлено освещение по всему протяжению после выезда из Тулы. И на следующий год осталось 8 километров, которые мы отремонтируем, что мы давайте приведем трассу уже полностью в нормальное состояние. Ну и сегодня уже те наши жители, которые ездят на машине, на автобусах в Москву, они уже нету разницы в ощущениях, когда была Московская область, дорога по Московской области и по Тульской. Даже у нас по Тульской лучше, потому что мы имеем 100% освещение, и действительно это вопрос в том числе безопасности. Поэтому спасибо большое, низкий поклон и добрый путь. Господи, помилуй. Создателю и Содетелю рода человеческого, дателю благодати духовная, подателю вечного спасения, сам Господи, после Духа Твоего Святаго, с вышним благословением на путепровод сей, якогда вооружен силою небесного заступления, хотящим Его употребляти, помощно будет телесному спасению и заступлению и помощи о Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Благословляется, освящается путепровод сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И Твое сохраняет.